вообще в Пермское хореографическое училище я поступила достаточно поздно. Я приехала в 15 лет. Приехала, меня привезли родители. Они, можно сказать, решали за меня, буду я балериной или нет. Я играю в этом балете Мари. У нас Щелкунчика 2 раза переделывали, саму куклу. Потому что когда его сделали вот таким вот. То есть он такой маленький, миниатюрный, Алексей Григорьевич там из зала. Где кукла-то? Ее совсем не было, ее... Но, естественно, после этого ребята у нас постарались, и она теперь вот такая вот. То есть 2 раза больше и такая, полновесная. У нас новые девочки, когда сейчас водились на партию Мари, я предупреждала их, девочки, вот видите, вот это вот мышца, это все Щелкунчик. Они: да ладно, что ты? Я говорю: да, на. Я Полина Булдакова, и это «Dance Opera».